Этот фильм о бесконечной борьбе нового со старым. О романтике профессии журналиста. И, конечно, о любви журналиста к представительнице старого мира. Роль старого мира в фильме играет обычный советский ресторан. Но в 1964 году люди вдруг поняли, что ресторан – это уже не модно. А порядок в советской сфере обслуживания зависит исключительно от музыки. Управленческая система здесь ни при чем. Этот фильм о перестройке 60-х годов. Вот поменяли мебель и музыку в заведении, и жизнь советских людей сразу сильно улучшилась. В это время Хрущев уехал отдыхать в Сочи, а на его место товарищи посадили Брежнева. Вы скажете, мебель и музыка. Но как сильно улучшилась жизнь советского народа. Прямо как в кино уважаемого Эльдара Рязанова, который умел снимать веселые и добрые комедии. Платите деньги.